всем фотографам привет! Ульяновское региональное отделение «Союз фотографов дикой природы» поздравляет организаторов 6-го фестиваля «Первозданная Россия» с успешным его проведением и в день закрытия желает хороших в этом году удачных выездов, хороших кадров и встреч диких животных. Всем привет, друзья! Передаю вам привет из Орловской области. Хочу пожелать всем успехов и как можно больше интересных и уникальных встреч в наступающем сезоне, чтобы интересные моменты надолго остались в вашей памяти и помогли сделать интересные снимки. Также хочу сказать спасибо фестивалю «Первозданная Россия», который каждый год устраивает такое уникальное мероприятие и позволяет делиться не только своими снимками, но и опытом, и приобретать его. Привет, «Первозданная Россия», привет, гости фестиваля, привет, дорогие друзья-фотографы. Ну, а я сейчас на полуострове Дефрис ищу тростниковую судору, Приморский край. До встречи в эфире, до встречи на полях. Мы находимся в Тоснинском районе Ленинградской области, на обширнейшем болоте. Пришли, красота, наст, который не проваливается. Самое время ходить и искать всякую разную живность, которая здесь поселилась. Ну, наша задача найти крупных хищных птиц, если, конечно, повезет. Привет Союзу фотографов дикой природы с Ленинградской области, с зоны Южной тайги. Любимый Союз, любимый фестиваль, не менее любимый, приветствую. Я на вертолетной площадке города Самара, вернее, под Самарой. Ну, почему на вертолетной? Потому что наша деятельность окрыляет. Но, собственно, за мной вон там вот Самарская Лука, это заповедная зона. Все, как мы любим, все нетронутой цивилизацией. Еще немножко вот видно домиков внизу, там летом живут люди, как и мы, которые любят природу и предпочитают уединяться. Вот. Дорогой фестиваль, дорогой Союз, процветайте, будьте шире, будьте больше. И дай Бог, чтобы наше детище принесло еще массу разных полезных человечеству плодов. Привет всем участникам и гостям фестиваля «Первозданная Россия». Сейчас мы находимся на Байкале. Здесь, снимая местные красоты, настолько в этом году Байкал уникальный и красивый, что нам просто даже нет времени поучаствовать на самой выставке. Но здесь мы можем своими глазами посмотреть и передать всю красоту на свои фотографии. Я очень рада, что есть такой фестиваль, на котором можно посмотреть, как прекрасна наша Россия, огромная, бесконечные просторы, очень красивые виды. И замечательно, что наши фотографы могут представить здесь свои работы. А также зрители могут посмотреть много уникального и захотеть посетить какие-то места. Я очень люблю Байкал. Для меня Байкал – это все мое творчество, вся моя жизнь, поэтому все свободное время провожу на Байкале. Особенно зимний Байкал прекрасен. И даже в 33 градуса мороза, как сегодня, мы снимаем целыми днями, не устаем, не замерзаем. Нас согревает наша дружба, согревает наш интерес к фотографии. И, в принципе, между нами тает лед. И всем привет участникам и всем гостям фестиваля. Привет! Первозданная Россия, привет! Мы сейчас на востоке нашей необъятной родины, на Камчатке, откуда шлем свои приветы вам и своим коллегам по Союзу фотографов дикой природы. Мы хотим пожелать, чтобы и в будущем фестиваль собирал под одной крышей всех единомышленников по фотографии и защите дикой природы. Так держать! Удачи! Приветствую фестиваль «Первозданной России» из Калужской области. Мы находимся в государственном природном заповеднике Калужские Засеки, где занимаемся фотосъемкой зубра. Желаем фестивалю «Первозданная Россия» дальнейших успехов в продвижении природоохраны и фотографии и надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Я хочу поблагодарить организаторов за такое прекрасное мероприятие. Хочу поблагодарить всех фотографов за то, что они прислали свои фотографии, приняли участие. Так держать. Всем спасибо за участие.